пляже Ларнаки. Сзади меня видите море, и сейчас мы пройдемся, и вы все увидите. Итак, мы на пляже. Уху, полетели! Мы на пляже STO. Это аббревиатура Cyprus Tourist Organization. В принципе, это городской пляж в конце Дикелии. Это где-то 500 метров от отеля Golden Bay. Мы сейчас на стоянке, и ссылки на координаты для навигатора вы найдете внизу, так же, как доехать на автобусе. Я вам рекомендую досмотреть до конца это видео, потому что будут обязательно советы туристов и что-то будет новенькое. Итак, полетели! Тут гостиница, ресторан, где можно перекусить, если вы проголодались. Сегодня понедельник, и в принципе не удивляйтесь, пляжи пустые. Вот. Воскресенье – это излюбленное место местных жителей. И мы со стороны паркинг, вот типичная кипрская семейка. Значит, как вы видите, песок здесь желтоватый, сероватый, не такой не белый, не светлый. Ну, в принципе, нормально. Это место для волейбола пляжного, и здесь проводятся соревнования, и, по-моему, в конце июля будет. Точные ссылочки внизу, возможно, оставлю. Киоск для мороженого, он сейчас закрыт. Ну, вот так вот выглядит пляж. Он пустой, потому что, я говорю, это, в принципе, место для местных жителей. Гостиница чуть подальше. В принципе, Дикелия Роуд, это что такое? Это улица, набережная протянулась с Ларнаки до английской базы. И вот по всей этой улице, да, расположены различные гостиницы. Пятизвездочные, четырехзвездочные и поменьше там звезд. И также апартментс. В общем, это туристический район. И вот этот пляж находится в конце Дикелии. Вот, значит, он больше здесь вот, здесь гостиниц поменьше, потому что, как вы видите, вон там подальше видны гостиницы, это последняя пятизвездочная Golden Bay. Здесь в основном местные жители приезжают в субботу, воскресенье, ну, когда как. Так что, если вы хотите познакомиться с местными, здесь вам легче это сделать, чем в гостинице. Хотя в гостинице тоже искатели приключений, киприоты, они, конечно, знают, что где кого искать. Они тусуются у гостиницы. Ну, а семейные пары в основном вот здесь. Вот видите, здесь песчаный пляж, но он именно вот здесь, на STO, это не по всей Дикелии, он сменяется галечным. Где-то бывает широкий берег, где-то бывает узкий, так что он очень разнообразный. Как раз здесь вы видите, что есть также вингсерфинг, вы можете взять в рент, взять уроки, поучиться, если вам интересен активный образ отдыха. Ну вот он весь STO пляж. Детская площадка, ресторан, вы видите, значит, можно покушать или попить, если не взяли с собой. Вот он, вид всего пляжа. Ну, оценку я не буду ставить, вы должны сами приехать и посмотреть. Вот автобус, который вас может привезти. А я иду к машине, и мы поедем с вами дальше. Итак, поехали. Итак, мы уезжаем с пляжа, выезжаем, да? И вот я поверну камеру на левую сторону, чтобы вы смотрели, что происходит с левой стороны.
Но здесь в основном здания, видите, гостиницы небольшие, апартмент, все это линия берега. А следующая наша остановка это Golden Bay, гостиница пятизвездочная, и мы сравним, какие там пляжи. Ну вот мы подъехали к Golden Bay, и, конечно, здесь пляжи отличаются. Но это гостиница пятизвездочная, здесь пальмы, видите, зелено, людей больше, в основном туристы, а также местные жители. Ну, здесь совсем все по-другому. Я предоставлю вам возможность полюбоваться, а если у вас есть вопросы, вы сможете их задать в комментариях внизу. А где была? Это мне что ли? Да. Ого. Сядьте, Ваня, на так, сядьте. А вы почему? А вы давно здесь? Месяц. Месяц? Ага. На месяц. И как вам здесь? Ой, я Кипр обожаю. Очень. Вы первый раз? Не первый? Не первый. Мы там-то два месяца живем, на другом месте. Завтра улетаю, я бы еще осталась на месте, но дети не скучали. А где вы остановились? Не, я здесь живу, я просто видео делаю о Кипре. А, видео о Кипре. Мы остановились... А вы в воздухе что? Здравствуйте! Hello. Вы не первый раз на гостинице, любим да? Любим Кипр, да, не первый раз гостим. А как вас зовут? Алла. И как, в какой в каких апартаментах? Апартаменты Савас. Да, не понравились, да? Ну, апартаменты хорошие, но дом немного не подготовили, не обработали от жуков. Ясно. И сколько это выходит вам? Вот, ну, вот рядом пятизвездочная гостиница Golden Gate. А вы остановились в этих апартаментах. Да. Это по-русски квартиру сняли? Нет, таунхаус. Таунхаус, это двухэтажная часть, половина дома. И сколько это стоит, выходит, вот сколько у вас деток? 5 на 6 человек, 6 спальных мест, да, 5 детей, 2000 евро. 2000 евро. И какие у вас советы, как бы, их, ваши секретики? Вот один секрет я могу подсказать. Рядом с пятизвездочной гостиницей можно купаться, отдыхать, а апартаменты подешевле. Мы не выбрали Россию, потому
потому что в Крым море еще холодное. Здесь теплее? Холодно, теплее, да, плотность людей гораздо плотнее. Здесь мы сидим как в деревне, нам комфортно. Да, да. Я считаю, что побережье Декелия, вот эта вот улица Билла, очень хорошая для детей. Для меня это просто идеально. На следующий год, я думаю, мы выберем уже побережье и другие апартаменты. Нам не хватает решеток на окнах, нам не хватает террас, нам не хватает моря, ну так что поближе. А так, в принципе, все замечательно. Это все ваши? Вау. Богатство. Привет. Здравствуйте. Hello, привет. Hello. А с какого вы города? Привет. Здравствуйте. Близнецы? Да. Ой. Мы из Москвы, да? Да. Чтобы приезжайте на Кипр, Кипр славный, конечно. Ну что, спасибо. Golden Bay. Поехали дальше. Также спасибо за интервью Али и ее детям. Удачи. Увидимся в следующем году.